Приветствую вас, и для начала позвольте вам, как психолог, ответить, как психологу ответить на даже не ваш вопрос, который прозвучал и на который я обязательно вам отвечу, а на кое-что другое, на совершенно другой немножечко посыл, который я увидел в вашем тексте. Смотрите, вы говорите о том, что вы расстались с любовником, можно сказать, обоюдно 2 месяца назад. Значит, после чего вы не общались с ним, и, ну, в общем-то, чувства у вас остались. Вот, давайте попробуем с вами подумать. Вы расстаетесь с любовником. Это именно любовник, это не ваш мужчина. Это любовник, который, в общем-то, наверное, вас с кем-то делил, или вы его с кем-то делили. То есть я имею в виду, что непонятно, кто из вас был не свободен, кто из вас создавал этот самый факт, именно любовных отношений. То есть не личных, а именно вот отношения любовников. Но в любом случае, это отношение не является, скажем так, естественными и здоровыми, потому что это заключается в том, что если вы, например, находитесь в отношениях и вы заводите, например, любовника, и в общем-то с любовником расстаетесь, а потом у вас к нему чувства, то это говорит о том, что вы не удовлетворены своими отношениями основными. И это большая проблема, потому что получается так, что вместо того, чтобы налаживать свою личную жизнь, вы, по сути дела, переживаете по поводу любовника, чем, конечно же, себе ни в коем случае не оказывать какой-то хорошей услуги, а скорее наоборот, только лишь себе вы вредите. И вот основной вопрос — это зачем, почему вы не можете, например, расстаться, допустим, с вашим, вашим мужем или вашим молодым человеком настоящим, с которым вы в отношениях вот сейчас, и так далее. То есть что вас удерживает, какие моменты вас удерживают, и так далее. То есть почему вы сами себя загоняете вот в пучину таких не очень хороших, не очень здоровых и не совсем правильных отношений. Далее, то есть неправильно здесь только в том, что вы себе вредите, что вы, по сути дела, переживаете по поводу человека, который вам никогда полностью не принадлежит. И вот это вот, на мой взгляд, является довольно таким тревожным знаком, потому что когда человек, ну вот, как, например, вы встречаетесь с любовником, это всегда определенные потребности, то есть с любовником вы получаете то, чего не получаете в основных отношениях, и отсюда у вас могут быть определенные трудности, определенные проблемы. Вот чтобы этих трудностей и проблем не было, я рекомендую вам об этом подумать.
Если мужчина вас с кем-то делил, то опять же здесь природа ваших чувств, ну, помимо того всего, что я сказал до этого, есть еще другой важный аспект, это аспект того, почему вы считаете, что можете быть не единственной женщиной для него. Как у вас это увязывается? Я бы хотел, чтобы об этом вы тоже как следует подумали. Во. То есть, какова природа ваших отношений с любовником вообще? Зачем он вам, для чего и так далее? Далее вы говорите о том, что мы не поздравляли его 23 февраля, но он вам написал просто с праздником на 8 марта. И вы спрашиваете, что это может значить. Отвечая на ваш вопрос, сказать хочется так. Мужчина, во-первых, проявил себя здесь благородно, и, в общем-то, он знает, что, ну, вас надо поздравить с праздником, он это сделал. Правда, сделал он это чисто формально и просто, чтобы очистить свою совесть, вот как это видится мне, и не более того. То есть, по большому счету, мужчина просто, как бы, знаете, для галочки это сделал, и все, больше он, в принципе, ничего не хочет от вас, либо считать, что, как бы, ожидать чего-либо от вас также не имеет никакого смысла. Вот, либо он просто-напросто чувствует, что между вами уже ничего быть не может хорошего, я имею в виду. И отсюда вот такое его поведение. То есть я не думаю, что это рассылка, я не думаю, что он это сделал как-то, знаете, случайно. Но я более чем уверен, что это было скорее для галочки. Опять же, здесь важно не то, почему мужчина так поступил и почему он вам написал, а здесь важно, куда более важно то, почему вас это волнует, почему вас это беспокоит и, собственно говоря, чего вы хотите. Именно это является куда более важным, чем вот то, что вы говорите. То есть вы двигаетесь немножечко не в правильном направлении. То есть вы пытаетесь понять, почему человек так поступил. Вы пытаетесь понять, почему мужчина вас поздравил, хотя вы его не поздравляли, да? Ага, тогда как, в действительности вам нужно думать о том, почему вас это задело, и вот с чем это связано, то, что вас задело. Это вот куда более важно, чем то, что вы сейчас, вот в данный момент, пытаетесь для себя понять. И если вы будете мыслить так, то есть, по сути дела, вы будете направлять свою энергию, ну, мне, по крайней мере, хочется верить в это, вы будете направлять свою энергию немножечко в другое позитивное русло и быстрее освободитесь от этих отношений и начнете жить своей жизнью, в которой не будет тех людей, которые не хотят быть с вами. Ну и здесь также важно напомнить вам, что вы расстались с этим человеком,
с этим мужчиной, и если вы расстались с ним, то на это были причины, и об этих причинах вы, мне кажется, тоже уже забыли. Вот напомните себе, что заставило вас от него уйти, напомните себе, что заставило вас разрушить с ним отношения, и постарайтесь, собственно говоря, вот подумать о том, а изменилось ли что-то сейчас, да, или как-то по-другому, что позволило бы вам отношения, ну, как-то, например, реанимировать. Потому что, вот, судя по тому, что написали вы, надежды на то, что может быть как-то по-другому, нет. Но вы хотите, вы это знаете, вам это нужно, я вас понимаю, тем не менее, как психолог, опять же, предлагаю вам поработать именно над тем, почему вам это так нужно и откуда у вас такая вот потребность в том, чтобы быть именно с любовником, а не, например, строить полноценные равноправные отношения, в которых не нужно, если я правильно вас понимаю, как-то скрываться, прятаться и вообще чувствовать, что вы делаете что-то запретное, например. Вот. Что вас толкает на подобный тип отношений? С этим тоже, на мой взгляд, нужно будет разбираться. Но это зависит от вашего решения. А пока, немножечко подводя итог своему ответу, я хотел бы сказать, что ваш бывший любовник – это человек, который просто оказался на власти норм морали и понял, что если он вас не понравит, то это будет неправильно с его стороны, вы все-таки не совсем чужой человек. Но и при этом объективно, если бы он хотел чего-то больше, он бы вам написал не просто праздником, а что-то другое. Но вот основной момент, что вы как бы ждете от него чего-то большего. Он вам это не дает. И вопрос в том, чем обусловлено ваше желание получить от него что-то большее. Вот об этом вам и стоит подумать, и если придется, поговорить об этом с психологом, чтобы лучше себя понять. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!